Об исполнении бюджета говорили и на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Более 50% столичной казны в прошлом году ушло в сферу образования. Исполнен в сумме 11 миллиардов 265 миллионов рублей, что составляет 92% годовым значением. По сравнению с 2017 доходы города увеличились почти на 1 миллиард 200 миллионов. Пополнялась казна благодаря безвозмездным поступлениям, налогам на доходы и имущество. Поступали средства от аренды собственного городского имущества. По статьям расходов самый высокий процент традиционного образования. В этом году бюджет прогнозируют на уровне 12 миллиардов 750 миллионов.